делаем чай на берегу моря. Или же осторожно, там газ. Горелочка. Горит же газ, осторожно. Горит. И так даже горит. Видишь, какая, конечно, наичистейшая. Видавшая виды. Она такая чистая. Кружка? Крышка. Крышка нормальная. Видишь, ее поп-поп. Савдеповская крышка еще. Что она у тебя грязная? Море волнуется раз. Ой. Море волнуется два. А нам по барабану. Яблок не нашли, поэтому у нас будет яблоки от персика. Персиковый спас. Персиковый спас, ну ничего страшного. Думаю, что это небольшое прегрешение. Ну что, кипит, не кипит, но уже кипит. Закипело. Кидай чаек, базилюрчик, наш базилюрчик, лучший чаек в мире базилюрчик. Так, сахарок мы должны поставить. Делаем рекламу фирме Базилюр, самый лучший чаек. Так, все, выключаем. Красота среди бегущих. О, ты еще сахар с тобой попустил. Да. У меня же есть там в баночке и сахар, и все, и чай. Ты меня не предупредил. У меня же полный комплект заряжен. Хорошо, можно там оставить? Можно. Разрешаю. Болгарский сахар можно. Три ложечки? Три. Покруче, потому что... И Николаевич разрешает три. Еще одну. Да. И большая чашка. Будет у нас вообще шикарно. Да. Я даже еще ничего размешаю. Потом размешаешь. Выбирай чашку. Чаек готов. Отмечаем яблочный спас. А вам слабо попить чаек на море? Нам не слабо. Очки запотели.
течение.